И всем привет, ребятки, и это продолжение игры в Человека-паука, бета-версия. Погнали. Интернет тормозит, и, кстати, у меня 11 тысяч денег, и новый костюм. Я бабки особо тратить не хочу, конечно, как-то, но придется 2000 потратить. Здравствуйте, дядя. Жестко. Мне кажется, мне надо еще подкачаться. На вот этих дядей. А хотя, в принципе, где этот мой костюм? Вот. Улучшаем. Так сразу лучше. Капец, как я их должен-то победить, они мега сложные. На, получи, зараза. О нет, меня опять положили. Блин, я почти его грохнул уже. Так, а где кулаки? Ого, что-то дорого. Ладно, можно вот это улучшить. Ой. Да. Наверное, все-таки надо фармиться на вот этих. Они полегче. Ну-ка. Сорян, я не хотела двоих. Не-не-не-не-не-не-не. Куда ты такой быстрый полетел, зараза? Давай, подошел, подеремся. Сюда, я сказала. Подошел. Оп. Подразнил. Здорово. Куда на меня? Сваливаем. Сколько раз я еще помню в этом видео? Интересно. Когда? Чё за кот? Спайдермен? Спайдермен. Нет, не работает. Стоит за стойкой. Мне нужно костюм всего лишь прокачать. 7000. Офигеть. Оно стоит. Да, я в шоке. Опа, удар с ноги. Удар. 5000 удар с ноги. Это что-то прикольненькое уже, надо накопить. Давай. Нет, я выжил. Да, yes. Опа, все накопил. Так, способности. Все, я купил удар с ноги. Так, и что теперь и как мне ударять с ноги? Дядь, скажи, пожалуйста. А то я что-то не вдупляю как-то. Ну-ка, способности. Ну. И чё? И как? Вот так.
Нет никакого удара с ноги вроде бы. Ну, вот я поставлю. Хорошо, но я не могу ударять с ноги. Чё за бред? Ладно. Чё ли, грохну пока дядю этого. Так, дядя, пока мне надо идти к боксёру. Может быть, надо его как-то на слот какой-то? Ну-ка. Я понял, всё. Вот. Вот так вот, ну-ка. Разгол тест. Да чё ты пристал ко мне? Ай. Да больно, не трогай. Он меня вечно ловит. Да, удар с ноги так себе себя показал. Ну-ка, за сколько я вынесу вот этого бандоса? Давай. Вот, отлично. За пару ударчиков. По 25 долларов дает так мало, серьезно. Понял. Так, ладно, вот тут уже вот эти вот жесткие дяденьки. Что с одного удара? Почему? Да, а как? Как он попадает по мне? Это жесть. Капец, я еще ни одного не грохну. Да уж. Блин, ну этих тоже не валяем. Тогда вот этих, что ли. А хотя их и с ноги можно. Пам, 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 пам. Не, с ноги как-то долго. Так. Да, кстати, ребятки, игра называется просто симулятор человека паука, и он же сразу первый. Ой, хорошо, смотри. Так вот, чётенько. На. Вообще так, еще новая способность 10 000. 10, 25, 50, жесть. Что за цены? На, 5, 10 тысяч. Капец тут цены у вас. А я не могу бить. Долбила май. Давай. Yes, я смог. Yes. Получай. Нормально я так выношу их. Ну что ж, ребятки, я думаю, мы будем заканчивать на этом моменте. Не забудьте про лайки, про подписку, про 3 лайка. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.